Перед нами Oppo N1, здоровенный 6-дюймовый телефон, но главные его фишки это, во-первых, вращающаяся камера. Так, сейчас 270 градусов, если мне память не изменяет. Не угол поворота. И также на задней панели есть специальная сенсорная зона. Что с ее помощью можно делать? Например, можно зайти в галерею, как вот тут какие-то чуваки, и полистать фотографии. Знаете, уже не работает. Работает. Как я уже сказал, дисплей 6 дюймов, разрешение Full HD. Достаточно яркий. Сейчас мы посмотрим, это нет, это даже не максимальная яркость. Яркий, сочный, с большими углами обзора. Телефон, я бы не сказал, что самый легкий из всех, что мы видели на выставке, но не тяжелый точно. Достаточно тонкий. Задняя поверхность матовая, не глянцевая. Очень тусклая подсветка у кнопочек, вот я даже глазами ее плохо вижу. Но работает телефон исправно.